Всем привет, на канале Ежемота с того бока. Сегодня хотел показать состояние аккумуляторного ящика на мотоцикле, который у меня сейчас вот здесь вот видно, да, сорвало цепь, пробило отверстие здесь. Такой вот он красавчик. Это я его еще чуть-чуть потер тут. И внутри самое интересное. Будем Итак, вот я подготовил поверхность снаружи. Но это не под покрас. Вы должны это понимать. Просто под покраску, если делать, то обязательно нужно снимать всю краску, иначе будет проплешинами потом, после грунта даже. Либо очень толстые слои придется накладывать. Так, вот здесь вот поверхность неровная одна, выгнутая. Вот это. Сейчас я ее выпрямлю и буду заниматься потом внутренней части. Тут, конечно, вообще. Так, ну вот я вычистил внутренности, ну насколько смог. Что будем делать дальше, я сейчас покажу. Так, берем вот такую вещь. Это ортофосфорная кислота. И обрабатываем ей внутренность. Значит, это... Итак, парни, ну вот что у нас. Прошло 25 часов примерно. Видите, да, что прореагировала кислота. Это аккумуляторный ящик теперь не имеет кариеса, так скажем. То есть все места, которые были ржавыми у нас, вот он теперь имеет такой вот вид. Есть белый налет небольшой. Теперь нужно смыть остатки кислоты раствором щелочи. Можно взять обычную пищевую соду, развести примерно там несколько столовых ложек на литр. И все это дело промыть, высушить. Потом можно будет уже грунтовать и красить. Вот аккумуляторный ящик после обработки, после нейтрализации кислоты ортофосфорной содой. Вот видим, да, ржавчины нет. Какая, ну то есть какая была крупная, она превратилась в такое подобие грунта рыхлого. Мы его соскребем. Это я водой его помыл обычной с солью, поэтому белый налет надо было дистиллированный, мне было лень. Ну ничего, сейчас, чтобы он не заржавел, мне на работу скоро ехать, я ночью работал. Я его помою бензином и быстренько пульну его грунтом.
а потом будет видно, что с ним делать дальше. Так, парни и девушки, если кто смотрит, значит, вот промежуточный результат. Здесь просто освещение у меня внутри получше. Видно, да, какое было дно и какое стало. Так, вот, вот. Остался некий белый налет, но это нормально, это потому что прореагировала ржавчина, и она превратилась в такой, наподобие грунта, такая штука. Значит, что дальше? Я буду грунтовать, но это для того, чтобы просто он не заржавел. Ну, конечно, и потом я буду красить все равно после грунта. Найду краску, не знаю, хотел молотковую использовать, но она что-то шибко дорого, поэтому не знаю. Сейчас прогрунтую пока, чтобы у меня было время, чтобы он не заржавел, чтобы было время определиться. Ну и я хотел еще после того, как покрашу, использовать типа вот такое антикоррозийная штука. Но это именно внутреннюю часть, на случай, если там мотоцикл упадет, там пока подбежишь к нему, кислота выльется с аккумулятора и так далее. Мы его обработаем изнутри, будет у нас все тип-топ. Ну, просто можно, конечно, не заморачиваться было, но где его купить, этот ящик в хорошем состоянии, да? Времени он отнимает очень много. Ну, вот восстанавливаем как есть. Итак, друзья, раскошелился я на краску. Значит, вот эта молотковая, о которой я говорил, очень крепкая, по заявлению производителя, здесь она с воском и антикоррозийной защитой. Это я купил для аккумуляторного ящика, потому что подумал, что отечественный производитель под маркой Кордон тоже хорошо, но он, у него свойство, он никогда не высыхает, то есть он должен быть всегда такой липкий оставаться, чтобы была эластичность, когда щебенка попадает или другие инородные предметы под днище автомобиля, например, чтобы они просто отскакивали. Но мы-то будем лазить в аккумуляторный отсек, устанавливать аккумулятор, снимать его и так далее. Будет последующая же настройка мотоцикла. И электропроводку мы тоже будем, затронем этот этап. И постоянно лазить то в аккумуляторный ящик, ну, весь уделаешься. Представьте, где-то в дороге там ее не смыть ничем. Так что, да, не дешевая там вот такая баночка, она получилась на 979 рублей. Здесь 500 миллилитров всего на все. Но по заверению производителя, расход здесь в один слой до 10 метров квадратных на литр. То есть на 5 квадратов вот этой банки. Но это если не разводить. А так она еще разводится 1 к 7, насколько я прочитал на сайте.